Здравствуйте, уважаемые друзья! И в данный момент вы смотрите очередное видео, точнее видеообзор от независимого лица по интернет-проектам. Какие-то проекты я ругаю, выявляю недостатки, недочеты, возможно даже скам, да, и так далее. Какие-то проекты мне наоборот нравятся, и я выгодные стороны показываю вам как зрителю. В каких-то проектах я даже участвую сам, потому что мне это сильно понравилось. И в сегодняшнем видео я сделаю вам вот такой вот видеообзор на программу на смарт-контракте. На самом деле это первая и на сегодняшний момент единственная в мире программа на смарт-контракте, ну можете называть проект на смарт-контракте как угодно, который называется CryptoHands. На самом деле это безрисковый блокчейн-проект, и немножко позже я покажу, как он выглядит. А пока я приведу некоторые разницы проектов CryptoHands по отношению других проектов. Итак, в большинстве проектов система, которая работает, во всяком случае это так и обещаю, да, в CryptoHands тоже система, которая работает. Есть проекты, когда нужно пригласить, допустим, 3 или 4 человека, а то и больше, чтобы окупить свое вложение, но есть и другие проекты, когда первый реферал возвращает сумму входа, да? Здесь я тоже к большинству проектов поставлю все-таки плюс. В CryptoHands это тоже присутствует. Есть еще один минус в большинстве проектов, это когда вы зарабатываете одноразовую прибыль. То есть у вас появилась партнерская структура, вы заработали с нее один раз и в принципе все. То есть партнеры ушли куда-то в глубину и вы больше не зарабатываете. В CryptoHands идет повтор каждый год и каждому партнеру это выгодно. Практически во всех проектах есть свой сайт. И если сайт взломали, то это равносильно тому, что проект умрет. В CryptoHands тоже есть сайт, причем в данный момент программисты работают над тем, чтобы размножить много зеркал сайта над специальным скриптом, который вы можете поставить даже себе на домен. И тем не менее, система работает даже без сайта, потому что работает на смарт-контракте. Как-то даже было однажды, что на сайт CryptoHands сделали DOS-атаку, и сайт лег какое-то определенное время не работал. Но, тем не менее, транзакции партнеров в это время проходили. Дело в том, что данная программа работает на смарт-контракте, и все это можно посмотреть как через сайт, так и через определенные кошельки и мобильные приложения, которые интегрируются с блокчейном Ethereum. В большинстве проектов можно взломать аккаунт в проекте, в CryptoHands этого сделать нельзя. В большинстве проектов деньги лежат на балансе проекта, и если администратор решил их забрать у партнеров, вы с этим ничего не сделаете. Здесь же в CryptoHands деньги лежат на личных Ethereum кошельках каждого партнера, и добраться до них никому нереально, кроме вас. Если вы, конечно, не распахнете этот кошелек первому встречному и не отдадите от него пароль ему. Но это как бы личная безопасность. В большинстве проектов присутствуют ручные подтверждения, в CryptoHands полная автоматизация. Большинство проектов работает в какой-то одной или несколько стран. Программа CryptoHands рассчитана абсолютно на весь мир. В большинстве проектов кошельки могут заблокировать, а кошелек Ethereum заблокировать невозможно. В большинстве проектов сам проект зависит от администратора. И если администратор решил закрыть этот проект, вы с этим ничего поделать не сможете. В CryptoHands полностью исключен человеческий фактор. То есть на блокчейне Ethereum уже прописан код, который нельзя ни отредактировать, ни удалить, ни откатить вообще никак. То есть данная программа будет работать пожизненно. Так сказать, вечный двигатель. Давайте рассмотрим первый цикл маркетинг-плана CryptoHands. Итак, предположим, что это вы. Вы заходите по реферальной ссылке того человека, который рассказал вам про такую возможность за 0,05 эфира. На самом деле это сущие копейки, если вы даже умножите на сегодняшний курс,
рубля, доллара, евро, тенге, гривны и так далее, там разных тугриков, йенов и юаней. На самом деле это может позволить себе даже самый бюджетно живущий человек, поэтому сюда люди идут толпами. Как только вы рассказали о такой возможности трем своим знакомым, они вам заплатили по 0,05 эфира, то есть так же, да, именно из кошелька в кошелек партнера, минуя администрацию, либо какие-то там централизованные кошельки. Здесь все децентрализовано, то есть безрисково, с кошелька на кошелек партнера. Итого у вас получается 0,15. За эту сумму вы оплачиваете аплайнеру второго уровня 0,15 эфира. И в результате вы имеете право продавать этот второй уровень. У каждого из этих людей появляются по три партнера, которые им платят по 0,5, а вам платят по 0,15. И таких людей здесь 9 человек. Итого 9 человек вам оплатили 0,15, итого 1,35. Из этой суммы вы платите 0,45 аплайнеру третьего уровня. Итого 0,9 эфира у вас остается чистой прибыли. В результате вы уже можете продавать третий уровень вот этим людям, да? То есть умножаем еще на 3, и их будет 27. 27 по 0,45 эфира — это будет 12 эфиров и 15 сотых. То есть очень приличная сумма. Из них вы берете 1 эфир и 35 и покупаете за эту сумму у аплайнера четвертого уровня, соответственно, четвертый уровень, который вы можете продавать дальше. Умножаем еще на 3, и здесь у вас будет вот так вот, да, вот так я ограничу. 81 человек, которые по 1,35 эфира покупает этот четвертый уровень у вас. Итого у вас чистая прибыль будет 109,35 эфира. Если мы здесь сложим всю прибыль, то получается где-то чистая прибыль 121 эфир. Что даже на сегодняшний день по просевшему курсу получается где-то в районе чуть более 2 миллионов рублей. Далее идет уже более взрослый цикл. То есть 5-8 уровень, он приблизительно тот же самый, только там уже немножко другие деньги. Все это покупается, естественно, с прибыли, то есть не из своего кармана. И там вы уже можете в итоге заработать вот такую цифру. То есть если мы сложим первый и второй циклы, то есть где-то приблизительно 10 тысяч эфиров. Ребят, это дает вам шанс стать долларовым миллионером. Ну и сразу хочу сказать, что многие люди, конечно, по бедности своей заходят только на 0,05 эфира и имеют право продавать только первый уровень. И потом они держат руку на пульсе, если не уснули, конечно, да, куда-то не пошли, то есть постоянно отслеживают. Как только у них появились вот эти люди, они сразу приобретают второй уровень. Как только еще у них появились там на балансе, в кошельке у них деньги, они покупают третий и так далее. Но есть люди, которые, к примеру, уснули. Я образно сейчас скажу, к примеру, вот этот человек купил только первый уровень. И он прозевал, да, когда вот эти люди ему, три человека, оплатили по 0,05, и в результате у него 0,15, да. Потом кто-то из них купил второй уровень уже, вот у вас, к примеру, да. Потом у них появились там свои партнеры. И, к примеру, у нас есть стратегия работы — покупать сразу несколько уровней. И если какой-то вот из этих людей покупают сразу два уровня, первый уровень они купили вот у этого человека, а второй должны были купить вот у этого. Но так как у этого человека нет второго уровня, а только первый, поэтому деньги идут именно тому человеку, у которого он должен был купить второй уровень, то есть ему. В результате этот человек остается без каких-то вот денег на следующий уровень, потому что он его сам не имеет. И, естественно, так как он должен был купить второй уровень вот у этого человека, то деньги идут непосредственно этому человеку, потому
потому что у него второго уровня нет. То есть вполне справедливо. И даже я встречал много проектов, где лидер говорит: слушай, ну купи второй уровень, ты же останешься без денег, ну давай. А этот человек постоянно недоступен, да, он всех посылает и спит, я не знаю, что он там делает, вот, ну как-то шифруется, либо там, я не знаю, гуляет и так далее. В результате вот этот человек, к примеру, вместо одной выплаты вот отсюда, от этого партнера, он может поиметь 9 выплат вот отсюда, минуя этого человека. Я думаю, даже выгодно, если кто-то уснул. Я надеюсь, для вас это будет вот такой вот лайфхак, да, чтобы не спать и чтобы зарабатывать намного больше. Соответственно, если, к примеру, вот эти люди покупают первый уровень отсюда, второй уровень отсюда, а третий уровень у вас, но если у вас его нет, они, минуя вас, покупают третий уровень вот отсюда. А вот эти люди четвертый уровень покупают вот отсюда, если у вас также его нет, хотя должны были покупать у вас. Поэтому есть две стратегии. Зайти только на первый уровень и ждать действия от лидера, но гораздо выгоднее потратить 2 минуты своего собственного времени на каждого своего знакомого и дать ему определенные материалы. То есть, другими словами, вы идете за определенные, там, я не знаю, за маленькую сумму только на первый уровень, также включаетесь в работу, либо ждете переливов от лидера, да, либо, ну, лучше всего, как я уже сказал, включиться в работу. Это не потребуется от вас много времени. Люди сюда сами толпами идут, им только нужно показать выгодную сторону единственного в мире смарт-проекта. И уже когда у вас накопилась на вашем эфириум кошельке определенная сумма, вы сразу тут же покупаете второй уровень, потом третий, потом четвертый и так далее. И есть другая стратегия, которой я лично пользуюсь сам и пользуются все мои партнеры. То есть зайти на несколько уровней, на 2, на 3, на 4, насколько вы в данный момент рассчитываете и насколько только возможно. Вот таким вот образом выглядит сайт CryptoHands. Хотя сама программа может работать и без него, как я уже говорил. Ниже этого видео вы можете увидеть мою ссылочку и перейти по ней, чтобы зарегистрироваться. Я сейчас покажу, как это нужно сделать. На самом деле вы можете и через кошелек Trust Wallet, как мобильное приложение, зарегистрироваться с мобильника, да, то есть со смартфона. Вы можете сделать это по нескольким разным вариантам и через сайт. Также, чтобы получить больше материалов, вы можете кликнуть на раздел «Как это работает». Давайте посмотрим. То есть 4 простых шага, что нужно сделать. Здесь есть подробная инструкция, здесь есть ответы на часто задаваемые вопросы. Вот, пожалуйста, все это посмотрите, прочитайте. Далее у вас будет FAQ, то есть это ответы на часто задаваемые вопросы. Вот таким вот образом они открываются, эти ответы. Есть также ответы по Ethereum конкретно, то есть каким образом вы будете регистрироваться либо через MetaMask, либо через Trust Wallet на мобильном устройстве, либо через MyEther Wallet, если он у вас есть. То есть вы можете открыть главные вопросы, прочитать ответы на них. Вы можете перейти по любой из вот этих вот ссылок, и откроется новая страничка в новом окне, и прочитать, как именно можно через MetaMask, либо там MyEther Wallet и так далее. Я вам все-таки хочу сказать, что лучше всего, конечно, зарегистрироваться непосредственно с компьютера через MetaMask. Для этого вам необходимо зайти в настройки своего браузера. Я вам рекомендую использовать Google Chrome. Открываете дополнительные инструменты, расширения. И здесь будут все расширения, которые в данный момент установлены на вашем браузере. Здесь вы нажимаете вот на эти 3 полоски расширения и внизу открыть интернет-магазин Chrome. Здесь поиск по магазину вы можете вписать на английском языке MetaMask. Вот он у нас открывается. И у вас данное расширение показывается вот здесь.
У вас будет вот здесь вот кнопочка, ну, точно такая же «Установить», да. Дело в том, что у меня данное расширение уже установлено, поэтому кнопочка немножко по-другому выглядит. Как только вы его установите, у вас данное расширение будет опубликовано вот здесь вот, да, напротив браузерной строки. Вам необходимо будет его открыть, но у меня это выглядит сейчас вот так вот, оно у меня просто открыто, то есть я туда зашел. У вас же будет запрошен пароль, то есть вы должны придумать пароль. После этого, когда вы его подтвердите, данное расширение попросит вас написать определенную последовательность из 12 слов, ну, то есть, который он предложит вам сам, и потом их ввести. Обязательно все запишите и сохраните. Сразу хочу сказать, что вы можете на YouTube найти очень много видео также о том, как поставить MetaMask в свой браузер и каким образом его зарегистрировать. Также у меня есть MyEther Wallet, который я интегрировал именно через MetaMask. То есть так заходить на сайт более удобно и автоматизация там работает более правильно. После того, как вы поставили его, у вас будет несколько аккаунтов. То есть, ну давайте я вот так вот. То есть аккаунт один, у вас присваивается номер кошелька новый. И если вы интегрируете это вот, если вы нажмете вот сюда вот, на вот этот кружочек, да, у вас будет либо Connect Hardware Wallet, то есть с аппаратным кошельком, либо импортировать счет. Вот если MyEther Wallet, импортируете счет, выбираете, к примеру, закрытый ключ и вот сюда вставляете закрытый ключ от MyEther Wallet. Потом импортировать, и у вас происходит интеграция. И в данный момент у вас появляется уже, будет здесь второй аккаунт, и вот эти вот деньги в эфирах у вас здесь также будут показываться. То есть это как бы сквозная интеграция из MyEther Wallet в MetaMask. Ну, если я как-то сумбурно объяснил, можете посмотреть отдельное видео. Как только у нас MetaMask как бы вот в таком открытом состоянии, вам сюда нужны определенные деньги. Я вам советую использовать лучший сервис по мониторингу обменников, честных обменников под названием bestchange.ru, либо .net, это зеркало. И вот здесь вот вы, где получите, вы нажимаете эфириум, а где отдаете, Киви, Яндекс.Деньги, я не знаю, Сбербанк, да, Альфа-банк, то есть Visa, MasterCard, ну, то есть очень много всего. Ну, например, Яндекс.Деньги. И у вас здесь появляется очень много обменников. Я вам советую пропустить те обменники, которые с буковкой М. Это значит, что данный обменный пункт работает в ручном режиме. Поэтому вот где на строке ничего не написано, выбирайте. И самое интересное, смотрите, что от скольки, то есть от 1500 рублей или от 2000 рублей, вот сколько вы будете менять. Меняйте, естественно, с запасом. То есть если вы что-то такое выбрали для себя, ну вот допустим вот этот, да, если вы только на первый уровень хотите поменять, вот, либо еще что-то. Но чем выше обменник, тем курс более предпочтителен для вас. И когда вы выбрали какой-то обменник, вы уже здесь, к примеру, отдаете то, что вы отдаете, а получаете, допустим, эфириум. Вот здесь вы пишете сумму в Яндекс.Деньгах, точнее, вы можете даже не сумму в Яндекс.Деньгах, а начать, к примеру, сумму в эфириум. То есть можете писать, желательно это через точку делать, вот так вот, 0,05, и вы увидите сколько. Вот на сегодняшний момент это где-то 700 рублей, да. Возможно, эфириум будет расти, скорее всего, так и получится, эта сумма будет больше уже. Если вы заходите на два уровня, то это 0,05 плюс 0,15, это будет 0,2. Но сразу хочу сказать, что в сети Ethereum тоже есть небольшие транзакции, комиссия, вернее, транзакции, то если 0,05, значит лучше тогда 0,055. Если 0,2, то лучше тогда 0,021, вот так вот, да. То есть два уровня, это тоже, в принципе, сумма ни о чем, особенно для такого бизнеса. Вот, я, в принципе,
переводил на два эфира, потому что хотел сразу на 4 уровня стартовать. То есть вот такая вот сумма, но желательно немножко больше ее, ну, допустим, 2,2, ничего страшного. И как только вы определились, на сколько уровней вы заходите, что вы делаете, вот сюда вот вписываете сумму, сюда вписываете номер своего Яндекс кошелька, либо того кошелька, который вы выбрали, там Kiwi, там номер телефона, да, или номер карты и так далее. То есть в зависимости от того, чем вы платите. Сюда вы адрес эфириум кошелька вписываете, то есть где его взять. Вот, к примеру, я сейчас MetaMask кошелек открою, и вот здесь вот у меня будет скопировать в буфер обмена, да. И после этого я вставляю этот кошелек. После этого номер вашего телефона, электронная почта и перейти к оплате. Дальше я показывать не буду. Все там последовательно и понятно. Поэтому вам придется просто отследить хэш транзакции, когда у вас все придет. Далее, как только у вас пришло вот сюда вот на MetaMask эти деньги, вы уже делаете следующее. Ниже, вот здесь вот, моя ссылочка. Сразу хочу сказать, что и надо мной, и под мной находятся очень сильные партнеры. У нас очень дружная, сильная команда, поэтому рекомендую пройти именно по этой ссылочке. У вас откроется вот такой вот сайт. Как видите, кстати, он уже переведен на много языков, и все презентации, материалы уже переводятся на разные языки, поэтому имейте в виду, что проект будет очень сильно востребован во всем мире. Идете немножко ниже, здесь можете все почитать, таблицу уровней посмотреть, сколько вы платите за уровень и сколько в итоге вы получаете прибыли, да, насколько много, точнее во сколько раз много. Можете почитать преимущества, некоторую живую статистику посмотреть и нажимаете на кнопочку, вот на эту, да. Далее у вас будет либо вход вот в левой стороне, либо вход в систему, если вы там уже зарегистрированы, либо регистрация вот с правой стороны. Нажимаете регистрация, здесь нажимаете готово, возможно у вас немножко не так будет, либо ID поставьте, либо адрес, эфириум адрес поставьте, вот у меня допустим вот такой вот ID, да. Нажимаете готово, и вот либо у вас эта страничка включится сразу. Дело в том, что я уже зарегистрирован там, поэтому возможно у меня вот такие вот штуки выскакивают. Есть, конечно, оплата вручную, но я вам ее не советую делать, желательно автоматически, то есть после того, как у вас установлен MetaMask и уже открыт, то есть вы туда вошли и у вас там есть деньги, и вы нажимаете регистрация в один клик. Вот здесь вот, по этой ссылочке. Я это сейчас делать не буду, потому что я уже как бы зарегистрировался и оплатил. Когда вы это сделаете, у вас будет следующее. Ну, давайте я войду сейчас, вот, чтобы показать вам, войти автоматически. Также вы будете входить через MetaMask. И вот здесь вот у вас будет написан текущий уровень, один левел, ну то есть первый уровень, да, и вы можете повысить уровень, к примеру, у вас здесь будет кнопочка продлить, а вот здесь вот кнопочка такая синенькая купить, вот как вот здесь, да, похоже. Но дело в том, что я просто 4 уровня купил, поэтому у меня вот так. И вы можете купить вот таким вот образом, то есть либо уровень номер 2 вот так вот, либо просто повысить уровень, да, и так далее, то есть все последовательно. Каждый купленный уровень, они как бы вот аналогичны, ну то есть как это сделать, да, как оплатить, поэтому здесь, я думаю, комментарий излишен. Далее, теперь вам необходимо сделать следующее, да, посмотреть транзакции, обязательно это сделайте. Почему? Запомните эту вкладочку, то есть это переводы мне, которые были там, ну видите, да, что там иногда бывало хорошо накапывало даже и за один день, да. Это мои переводы, то есть кому я оплачиваю и кому я должен платить. Вот первый уровень, второй, третий, четвертый. Далее, пятый уровень мы также платим своему оплайнеру, шестой оплайнеру второго уровня и так далее.
Вот как-то так. И вот здесь вот, внимание, ребят, упущенная прибыль. То есть, если у вас от кого сумма, да, и дата, когда и за какой уровень что-то появилось, значит, вы проспали. Вы вовремя не перешли на следующий уровень, и ваши деньги улетели не вам, а тому аплайнеру, у которого вы должны были купить этот уровень. Поэтому имейте в виду, что лучше всего, конечно, оплачивать сразу 4 уровня. Но если у вас в данный момент с бюджетом не очень хорошо, то хотя бы держите руку на пульсе, чтобы не пропустить, то есть оплачивать вовремя, да, и не пропустить следующую прибыль. А также вот здесь есть вот этот раздел, он называется «Аплайны». То есть это те люди, которым вы оплачиваете первую линию, вторую линию, третью, четвертую. Потом, начиная с первой, вы оплачиваете пятую, шестую, седьмую, восьмую. Вот по этим адресам. Да, кстати, забыл вам сказать, что здесь идет продление на 1 год. То есть, если вы продляете дальше, увидели, что у вас уже заканчивается там этот год, да, то плюс 365 можете купить здесь, здесь и так далее. Таким образом, вы автоматизируете каждый год свою прибыль, и это очень хорошо. Ну, то есть, смысл в том, что вам уже не придется там набирать новую структуру какую-то, новых партнеров, то есть вы уже получаете прибыль от своей готовой деятельности в самом начале и на протяжении последующих лет. Далее есть раздел «Реферальные ссылки». Здесь вы берете вот эту вот ссылочку, которая подставляется, да, это ваша партнерская ссылочка, вот этот хвостик – это ID. И вот таким вот образом копируете и уже раздаете тем людям, которые заинтересованы в прибыли в самом безрисковом смарт-проекте. Здесь вы можете выбрать PNG, SVG, GIF файлы, баннеры и так далее. И плюс еще поделиться с другими этой информацией через вот эти социальные сети, да, взять вот эти баннеры, уже готовые коды, как вам будет удобнее, да, и опубликовать там, где вы хотите. То есть ваш ID, ваша ссылочка уже будет там вшита, пожалуйста. Есть раздел «Статистика» вот здесь. Здесь вы видите, от кого вам перешли переводы от ваших рефералов, да, но это я, в принципе, уже показывал, да, то есть это ваши переводы там изначально и упущенная прибыль. И раздел «Рефералы». Самый такой вкусный раздел, где вы видите всю свою структуру вот таким вот образом. То есть вы можете понажимать на каждого человека вот так вот, да, либо можете свернуть все, развернуть все, то есть одним касанием у вас откроется вот как бы вот так вот структура. У меня она выглядит вот таким вот образом, пожалуйста. И давайте, наверное, вот так вот сделаю, то есть сверну пока наше меню. И вот таким вот образом это выглядит. Смотрите, я просто по себе скажу, вот это я. Вот этот человек мне пришел переливом от моего аплайнера, да, ну и, по-моему, там 2 или 3 человека тоже как бы переливом пришли здесь. Вот этого человека я пригласил лично, и вот этого, да, и потом пошло. То есть, другими словами, от такой деятельности приблизительно за там 2-3 дня у меня пришло, ну, практически вот как-то, ну, первый и второй уровень полностью был уже закрыт, буквально за несколько дней. Кто-то приходит от моих партнеров уже, вот это очень сильный партнер, да, вот приходит отсюда, то есть уже меня дублицируют и так далее, вот отсюда уже от этого партнера приходят и так далее. Поэтому, ребят, тут спать некогда, да, если вы хотите денег, то, в принципе, здесь на самом деле очень большие деньги, и причем абсолютно без рисков. Итак, внизу видео есть мои контакты, есть моя ссылочка, поэтому регистрируйтесь, как я показывал, оплачивайте, желательно сразу на несколько уровней, чтобы не пропустить следующую оплату, и начинайте действовать. Успехов и всего самого доброго!